Здравствуйте, в эфире новости Премиусья. В студии Ксения Кизеева. Сегодня в нашей программе. 26 февраля на центральной площади Матвеева Кургана прошли массовые народные гуляния в честь Масленицы. 25 февраля в Матвеево-Курганском районе состоялся автопробег по местам боевой славы, посвященный Дню защитника Отечества. На центральной площади Матвеева Кургана прошли массовые народные гуляния в честь Масленицы. Этот народный праздник традиционно открывает символические двери весеннему теплу. На площади с утра была развернута сельскохозяйственная ярмарка и выставка декоративно-прикладного творчества для всех желающих. Пришедших на праздник приветствовала глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова. Дорогие мои земляки, с праздником вас! Мира, добра, достатка! Ну и сегодня прощенное воскресенье, я у вас прошу прощения за сомнения, за невзгоды, за недоразумения. Здоровья вам! С праздником вас, дорогие друзья, с широкой Масленицей! Артисты районного дома культуры представили зрителям красочное представление с играми, конкурсами, песнями. Веселые скоморохи завлекали частушками и скороговорками. Раз, два, на счет три, поехали! Легко! Так, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, поддерживаем, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять. С огромным удовольствием гости праздника принимали участие в различных конкурсах, угощались блинами и горячим чаем, веселились от души, а самые активные участники получили поощрительные призы. Для всех желающих оставить на память яркие воспоминания о празднике работали специальные фотозоны. Закончилось мероприятие традиционным сжиганием чучела Масленицы. Восьмого февраля в спортивном зале Матвеево-Курганской школы номер 1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В военно-спортивных соревнованиях «Будущий воин» приняли участие 22 команды. Ребята собирали и разбирали автомат, выполняли силовые упражнения, показали умение надевать общевойсковой защитный комплект.
Все команды были распределены по подгруппам и по итогам соревнований места распределились следующим образом. В подгруппе школ с численностью до 150 учащихся – первое место. Команда Большекирсановской школы. Второе место – команда Григорьевской школы. Третье место – команда Екатериновской школы. В подгруппе школ с численностью более 150 учащихся – первое место – команда Алексеевской школы. Второе место – команда Анастасиевской школы, третье место – команда Политодельской школы. Закончилась военно-спортивная эстафета вручением почетных грамот и призов. В Матвеево-Курганском районе состоялся автопробег по местам боевой славы, посвященный Дню защитника Отечества. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский. Это были новости Перемиусья. Эту и другую информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте meus-media.ru. В преддверии 8 марта поздравляем прекрасную половину человечества с этим замечательным днем. Желаем счастья, здоровья и благополучия. В студии была Ксения Кизеева. До новых встреч. До свидания.